Всем привет! Вот, наконец, вы долистали лендинг, нажали кнопку play и смотрите это видео. В раздумьях, а ехать ли на кемп или не ехать. Знакомьтесь, это Ася, это Антон, наши замечательные организаторы и тренеры. А это наша команда, которая провела вместе эти прекрасные 10 дней. Каждый из нас проехал от 150 до 200 километров. В среднем это 15-20 километров в день. И это не просто километры, это километры удовольствия. Килограммы, тонны удовольствия и кайфа, который не сравнится ни с чем. Так что, если вы сейчас думаете, ехать на кемп или нет, знайте, что мы сейчас едем на вокзал, на поезд с большим, ну, не то чтобы сожалением, конечно, мы едем с радостью к своим родным, но с большой надеждой вернуться в Малиновку и не только. Так что до встречи на следующем кемпе. 3-4, ура! 3-4, ура!